друзей моих и плюс бизнесменов, которые говорят, скажи мне ссылку, я хочу посмотреть в интернете, понимаете? Они просто, вы поймите, психология уже такая у этого даже молодого человека, психология, он уже думает, что владеет миром. Понимаете, что вот в компании, которая владеет миром, вы против нас ничего не сделаете. Без обид, без обид. Ситуация в том, что если у бизнесмена, у друга моего, когда я говорю, как, пойди в кинотеатр, получил, не надо мне, так вот рядом, через дорогу, вот тебе пригласительный, посмотри, я лучше посмотрю в Ютубе. Понимаешь, чем в этом? Есть такие, конечно, которые лучше посмотрят в Ютубе, я с удовольствием скажу. Ребята, можно смотреть в Ютубе, как делают, но смотрите, зритель от этого смотрите, как делается сейчас, как делается в Корее сейчас, фильм стартует в прокате. Рынок интернет отрегулирован, с него можно получать деньги. На четвертой неделе проката фильм попадает на ресурсы страны уже и начинает под общую рекламу. Это Южной Кореи. Да, и мы говорим да. И фильм на четвертой неделе проката дает вот тот еще дополнительный сбор с этого интернета, вот, который как бы рассказывает нам, что вы тут не рассказываете. Как показывали, так и будем бесплатно показывать. І що ми сподіваємось запустити найближчим часом проект про українське кіно, який так і буде називатися про українське кіно. І не просто на словах підтримувати, а й розвивати зацікавленість глядачів в тому, щоб українське кіно в Україні було. Я скажу так, що я от це і буде та. Вот это и будет та реклама, которая нужна всем и вам, и всем и всем нам нужна это, во-первых. И во-вторых, я надеюсь, что хотя бы эта реклама заставит журналистов приходить на диалог и посмотреть хоть какое-то кино. Без обид. Я хочу нагадати, що «Спільнобачення» насправді це волонтерський громадський інтернет-проект. Онлайн-телебачення. І ми це робимо як глядачі, які бажають дивитися українське кіно. Усім нам побажаємо успіхів і до наступного прес-клубу. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішні гості завітають і в наш інший формат програми. І я сподіваюся, що ті, хто зараз побачить, прийдуть волонтерами, операторами, монтажерами на «Спільнобачення» до нас робити такі проекти для підтримки українського. Смакуйте українське.